паровой участок, проводим культивацию. Культивацию даже провожу не потому, что хочу его поле это очистить, а больше хочу закрыть влагу, потому что здесь у нас формировались капилляры, по которым влага уходит с поверхности почвы. Влага у нас где-то глубиной, наверное, на глубине 5 сантиметров. Вот сейчас как бы получается делаем такую меленькую культивацию, чтобы разбить эти капилляры. Ну и может быть даже подрезать кое-какие сорняки. То есть вот такой у нас получился слой. А дальше у нас влага. Ну и плюс влага, которая будет идти с нижних горизонтов, она будет здесь останавливаться и не будет такого интенсивного испарения, и в целом она немножко поднимется ближе к поверхности почвы. То есть после осадков, после дождей может произойти так, что как бы то, что мы сейчас разрушили, оно опять как бы восстановится. Восстановится вот такой вот плотный слой, который как бы и формирует в итоге потом капилляры, потому что влаге все равно нужно куда-то деваться. Она себе находит такие вот ходы, формирует капилляры, то есть испарение под действием ветра. Температуры, разница температур все равно будет как бы там.